Уникальные товары для дома и вкуснейшие продукты отечественных производителей представлены на открывшейся в выставочном зале «Экспо Одинцова» выставке-ярмарке «Уютный дом». Все, что сделает ваш дом красивым. Авторские керамические вазы, чайники и сахарницы из Скопина, а также берестяные картины в деревянных рамках и емкости для хранения сыпучих продуктов. Из Сергиева посада к нам привезли деревянные фигурки с росписью и кукол-берегинь ручной работы. Московская мастерица представила авторские солонки и шкатулки из липы. А из Питера приехали фарфоровые куклы и разнообразные колокольчики. Уют создадут вафельные простыни, покрывала, полотенца из 100% хлопка и льняные одеяла, подушки, постельное белье. Найти на ярмарке можно настенные часы и настольные будильники из Углича и Москвы. А для создания комфортной атмосферы – увлажнители и очистители воздуха, ионизаторы и солевые лампы. Гурманы по достоинству оценят свежие алтайские сыры, мясные деликатесы из Казани, супы и соусы по-итальянски, вкусный чай с различными добавками на любой вкус, натуральные конфеты из ягод и орехов в йогурте и шоколаде. Ярмарка «Уютный дом» по адресу улицы Маршала Неделина 2 будет работать по 30 мая с 10 утра до 7 часов вечера. В заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».